что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода 263 серии турецкого сериала «Клятва» и вспомним об анонсе прошлой серии. 263 серия выйдет на экраны Турции 30 сентября, а в русской озвучке сможете просмотреть через 1-2 дня. А вы не забывайте подписаться и написать комментарий. Ранее в сериале «Клятва» мы увидели, как когда Фериде оказалась наедине с Эмиром, то она сказала о том, что хочет поблагодарить его. Эмир был сильно удивлен и спросил, за что. Фериде ответила за то, что спас ее. Но для Эмира это не имеет никакого значения, и он поступил только так, потому что она работает в его доме. Нарин становится все хуже, и у нее совсем опустились руки. Она узнает про свой диагноз и знает, чем все это закончится. Она говорит Кемалю о том, что он должен смириться с таким ее состоянием. Нарин не хочет больше ничего слышать, только Кемаль не собирается сдаваться, и он обязательно найдет способ и сделает все, чтобы его любимая женщина смогла снова видеть. Кемаль не говорит Нарин про то заключение, которое отдал ему врач. И когда он спросил, откуда она узнала, что там написано, то Нарин ответила, что Кумру прочитала ей заключительный диагноз. Кемалю это очень не понравилось. Он нашел Кумру и предупредил ее о том, чтобы она больше ничего не смела говорить плохого Нарин. Кумру пыталась оправдаться, но Кемаль даже слушать ее не захотел. Оя начинает подозревать, что Фериде влюбилась в Мира. Она сразу предупредила девушку о том, что такое бывает только в сказках, и пусть даже не мечтает. Нравится сериал? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. А мы напоминаем, что 263 серия выйдет на экраны уже 30 сентября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.